данную красоту может передать только экшн-камера. Форт Бергнесет. Где красота, какие горы. Но это все портит наша выгрузка. Сейчас я спущусь на причал. Вам вид еще с кормы покажу. Как уже хочется в горы покататься на лыжах, на снегоходе. Но, честно, желание появилось либо мотособаку взять в этом году, либо снегоход какой-нибудь бушный. Просто погонять, короче, по лесам где-нибудь. Это ж так круто. Очень сильно соскучился по снегу. Вспоминая детство, я постоянно катался на лыжах. С утра до вечера. Просто не вылезая. Вот. И что-то сейчас снова захотелось. Потому что последние годы все как-то либо в море, либо еще где-то. И как-то все не до снега, не до этих развлечений. Ну да ладно, это отвлекся. В общем, все, вышли мы на причал, проявили инициативу. Все, эти ребятки прыгнули в машины. И особо-то помогать не хотят отцеплять. Вот. Вяжем петли. Сейчас ближе подойду, покажу вам, в чем проблема, собственно. И будем продолжать выгружать. Что делать? Другого варианта нет. Проблем. Big problem, а? Ну, very big. Possible. What is your idea? How will discharge? If they are too tight, it's good to have a small metal rod. Metal rod? Yeah, a rod like small pipe or something. You have? Do you have? I'm starting for it. So then you can just put the loose around, pull, and then tie. Much easier. But before Alaska Drag, I remember we discharged without any problem. Yeah. Small. Yeah, I see, I see. For loading, it was the same problem. The cargo hold. So, Vera. Сейчас буду капитана радовать, из-за чего он, конечно, очень сильно расстроится, потому что он спешит очень. А проблема вот в этих ушах. То есть они располагаются друг от друга далеко и связываются достаточно сложно. В прошлом контракте вообще ничего не вязали, тут были другие петли совершенно, то есть вот эти машины цепляли и все было четко. Вот сейчас вот у нас матрос стоит, вяжет. Это хорошо вот здесь вяжется, допустим, где-то даже нет возможности связать, например, вот здесь. Потому что далеко. Ну, узел тут не завяжешь между ними. Как эту проблему будут они решать, я не знаю. О! Вот так вот и работаем. А только мы вышли на причал, береговые уже не спешат. Им уже нафиг ничего не надо. Что, мы работу и делаем. Спасибо русским и филиппинцам. Тренировка для запястья вообще мрачно забивает. Уже 10 мешков сделал, блин, запястья забились вообще конкретно. Приятное с полезным, как обычно, связываем. Я вспоминаю такую проблему в 2014 году, когда мы не завязывали узлы, а развязывали именно узлы на слингах после выгрузки, то ли лес, то ли железо какое-то выгружали.
Там вообще настолько не забивались, что приходилось в тиски зажимать и молотками вышибать. Там слингов было порядка, не знаю, может, тысяча-полторы. И, короче, я поработал, наверное, часа 4, и у меня смена. Я так обрадовался, что домой поехал. Короче, слинял вовремя, блин. Там мужики такие в печали на меня смотрели, блядь, работы там еще, не знаю, на суток двое. Короче, вот такая хуйня бывает, ребят. Морская жизнь. Постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Вот сюда будем выгружать нашу сою. Так, с мешками закончим. У нас где-то еще 200 мешков осталось. Может, чуть поменьше. И будем сою выгружать еще 2-300. И дальше пойдем на погрузку на Хаммерфал. Все, всем пока.